Действующий обладатель Кубка команда «Прибужье» сошлась в поединке с волейболистками Белорусского государственного педагогического университета. Домашний матч должен определить претендентов на выход в полуфинал турнира, а уже в нем звание сильнейших будут оспаривать 4 лучших состава страны. Минская БГПУ – команда, сформировавшаяся относительно недавно. «Прибужье» – это опытные игроки, за спиной которых богатый список побед и достижений. Брестские волейболистки входят в национальную сборную страны. Отрыв в счете с первых минут игры в пользу хозяев турнира говорил сам за себя. Опыт плюс регулярные тренировки сделали свое дело. Брестская команда сегодня обладатель Кубка страны. Брестская команда сегодня бронзовый призер чемпионата. Несколько игроков играют, являются игроками сборной национальной Республики Беларусь. В частности, Марина Павлова не так давно, месяц назад, участвовала в финале чемпионата Европы в Голландии. Вот это 4-й номер, наш капитан команды. Работаем. Все у нас как бы нормально. Готовимся. У нас очень серьезные игры суббота-воскресенье. Брестским волейболисткам удалось взять верх над соперником. Игроки «Прибужья» значительно опередили минчан. Счет турнирной таблицы составил 25-11. Победа в 1/4 финала на шаг приблизила их к кульминационному матчу. Однако, как и полагают профессионалам, брестские спортсменки не расслабляются. Для них поединок – подготовительный этап перед важным соревнованием. Впереди игра с сильным соперником – команда из Мозыря «Жемчужина Полесья». Соперника никогда нельзя недооценивать и плохо говорить тоже про него. Но, скажем, они в первой лиге сейчас участвуют. Естественно, они, видно, что немножко нас слабее, поэтому мы старались отработать то, что нам нужно будет в следующих играх. Волейбол сегодня спорт, который стремительно развивается. Высокие результаты белорусов на республиканских и международных турнирах говорят о достойном уровне физической подготовки спортсменов. Брещина взрастила немало своих героев, которые прославляют наш край и дают отличную установку своим коллегам на движение вперед. Волейболистки «Прибужья» – явный тому пример.